Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 10 декабря 2020 года, и я продолжаю наш замечательный новый цикл ожившей поэзии. Он называется «Об ожившей поэзии замолвите слово». Коротко я написал «Об ожившей поэзии слово». Вот только что я сочинил композицию на стихи замечательной поэтессы Татьяны Бродской. Мы с ней уже, наверное, года два работаем. И у нас очень много материала. И я хочу ее обрадовать и новой премьерой, и вот этим циклом подарю ей, как моему соавтору, вот такой замечательный обзор. Давайте сегодня поговорим о композициях Татьяны Бродской в ожившей поэзии. Я думаю, что где-то через полгода я на ее стихи выпущу тоже книгу. Она будет называться «Татьяна Бродская в ожившей поэзии. Поющая книга». Скоро выйдет, пожалуй, одна из лучших наших книг, Галина Воленберг. Я сегодня уже сдал в набор. Но мы сначала откорректируем ее, а потом сдадим печать. И всем моим помощникам по ожившей поэзии, подписчикам моим, тем, кто любит ожившую поэзию и захочет, пожалуйста, присылайте мне вашу почту электронную. Я вам вышлю книгу Галина Воленберг в ожившей поэзии, где собраны, ну, одни, можно сказать, шедевры нашей ожившей поэзии. Итак, начинаем новую. Это, по-моему, будет новый обзор. По-моему, это будет часть 080. Итак, поговорим о нашем соавторе Татьяне Бродской. Вот только что я сочинил песню на ее стихи. Это скорее романс, чем песня. Давайте послушаем. «Моя подруга дней счастливых». Сейчас я звук включу погромче. Попробуем. Вы простите, у меня иногда бывает... Как же быть? Страстно влюблённый, моя подруга, ты не счастливый себе, если ты могла принять мою любовь. Мы были счастливы с тобой, поверь, но ты не можешь повторить давно, и закрывая передо мной дверь, как же было страстно влюблён я много лет, моя подруга. Остановим. Далее вы посмотрите, послушаете эту композицию, может быть, уже с другим роликом на канале Татьяны Бродской. Давайте послушаем другие ее композиции. Сейчас ответьте. Я набрал Бродская, Татьяна Ефремович. И вот прекрасное танго Парижа. Будем прямо
смотреть то, что нам попадается. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромта» на стихи замечательной поэтессы Татьяны Бродской «Прекрасная танго Парижа». Музыка исполнения Самойла Фрумовича, видео из интернета из цикла «Ожившая поэзия». Остановим это обзор, будете дальше слушать либо на моем канале, либо на канале Бродской. Давайте еще посмотрим, что у нас есть. Страсти по футболу. Страсти по футболу не буду, и меня могут забанить, меня что-то YouTube не любит, и поэтому давайте встречи в осеннем Питере послушаем. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Татьяны Бродской. Композиция называется «Встреча в осеннем Питере». Музыка исполнения Самойла Фрумовича, видео из интернета. Бродская, наверное, 80 у меня есть композиций. Не считал. Мне кажется,
это было и вчера. Приостановим. Сегодня, кстати, я выпустил еще ролик, где показывается, как войти и как создать канал на YouTube, как войти в него. Так что мои соавторы, надо постараться посмотреть этот ролик. «Танго осенней любви». Давайте послушаем. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Татьяны Бродской. Композиция называется «Танго». Прелестно, дивная танго сблизила наши с тобой руки. Следующей композиции «Ах, мадам» Татьяна Бродская. Тебя я встретил тебя в ресторане, блондинку с глазами. Ты привела меня в танце, ласкала своими руками. Ах, мадам, как ты прекрасна, я влюбился с первого взгляда. Ты прелестна, как наяда, больше счастья мне не надо. Пусть наше счастье мимолетно. Переходим к следующей композиции. Чтобы у вас был интерес послушать это на моем канале или на канале Татьяны Бродской. «Женщина осени». Вот смотрите, 2 лайка и 1 дизлайк. Вот так заходят мои соавторы, поддерживают нашу ожившую поэзию. «Женщина, осень», музыка исполнения Самойлова Крамоя, видите из интернета. «Женщина, осень, нас посетила, землю крыла цветастым ковром. Все натянулся в карты красиво,
Пару слов я скажу. Вот смотрите, композиция очень хорошая, почти шедевр. И год прошел, а всего 110 просмотров. Это не давал, потому что я рекламу. Если бы я дал рекламу, здесь было бы, дал бы рекламу на 100 просмотров, здесь было бы минимум 300 просмотров, 400. Вот. И появились бы лайки, но их было бы тоже мало. Лайки... Ну, мало кто ставит, потому что обычно слушают не те, кто на YouTube, а те, кто на YouTube, они обмениваются так же, как в стихах.ру. Они, ты ставишь кому-то лайк, и тебе ставят, ты пишешь комментарий, и тебе ставят. Поэтому, к сожалению, это не показатель, а показатель, вот просмотры, когда даешь рекламу. Вот дал я рекламу на 200 просмотров, а у меня просмотров было 2500, вот на один из наших обзоров. И на обзоры, это был не посвященный обзор, на обзоры и на композиции Шуваловой очень много приходит людей, но со стороны, потому что ясно, что здесь приходят, вот, которые ставят рекламу, вот, ну и обидно, вот видите, как, когда не даешь рекламу, видите, всего один человек зашел и написал что-то, а композиция шикарная. Давайте продолжим наш концерт, посвященный, вот, красивые слова, замечательный романс, давайте послушаем на стихи, вот, видите, всего 80 просмотров. А целый год уже прошел, даже больше. Ну, что значит не давать рекламу? Сейчас вы услышите, насколько сильна эта композиция. Мои любви, выкрученные руки,
Видите, настоящий шедевр. А без рекламы всего 80 просмотров. А прошло, видите, с 9 декабря 2019 года прошло уже больше, чем год. Вот что такое реклама. Надо давать, к сожалению, на рекламу. Она, я нашел, где эффективная и недорогая реклама. Поэтому помогайте мне. Либо сами просмотры делайте и давайте, так сказать, друзьям, чтобы больше смотрели ваши композиции, либо помогайте, потому что я не могу за всех оплачивать. Основные, конечно, я оплачиваю, слава Богу, но мне позволяют финансы. Но, конечно, все ролики я не могу оплачивать. Давайте пойдем дальше, слушаем композиции на стихи Татьяны. Ну, осень у нас уже была. Давайте последний школьный бал немножко послушаем. Друзья, послушайте мою новую песню «Экспромт» на стихи замечательной поэты. Какая замечательная композиция. Мы сразу вернулись в школьные годы. Вот площадка танцевальная. Что там говорить? Да что там говорить? Кстати, замечательный есть романс. Да что там говорить, если правильное название. На стихи Бродская сочинил. Настоящие шедевры. Послушайте, если попадем, да что там говорить на композиции. Вот есть, видите, 51, но здесь не все собраны. Давайте посмотрим этот плейлист. Может быть, там есть, да что там говорить. Потому что я не помню название. Не помню название точное. Прекрасная вещь. Да что там говорить. Ну, «Вечный зов», вот послушайте, «Вечный зов», замечательная композиция, сейчас вы послушайте немножечко. Я подарю этот выпуск Татьяне Бродской, будет очень приятно. Татьяна Бродская, «Вечный зов любви», по мотивам мелодии великого композитора Мишеля Леграна. Исполнение гармоничек и дюзендермен из цикла «Ожившая поэзия».
были всегда только ей. Вечный звон сердец и столько слов любви. Только счастье раз были в ней. Безумство твой сердец утопнуть в уют. Сквозь темноту и сумрак нас ведет она. К любви, счастью, без горечи долгих слез. Настоящий шедевр. И видите, с 9 декабря 2019 года просмотров всего 55. Видите, что значит давать рекламу. Это настоящий шедевр. А посмотрели эту композицию? Ну, это у меня 55. Вот Татьяна Бродская, она общается со своими друзьями, она в соцсетях бывает, и, конечно, у нее там, может быть, и 500, и 600 просмотров. Так что не обязательно даже давать рекламу, но у меня просто времени нет. Я творчеством больше занимаюсь. Вот. Можно и просто пообщаться со своими друзьями, они передадут вот такие композиции. Конечно, не должны быть, так сказать, на отшибе, должны слушаться людьми и повышать наш авторитет ожившей поэзии или наших соавторов. Не надо лишних слов следующего. Давайте послушаем. Прекрасный романс. Тоже, видите, 46 просмотров. Сейчас вы услышите. Не надо лишних слов. Меня ты познала любовь, судьбу свою спроси. Я прерву, мы заканчиваем наш обзор, и я думаю, что все, кто слушал этот обзор, все поймут, насколько прекрасна наша ожившая поэзия, какие у нас прекрасные соавторы. Имя Бродской почти никто не знает, но когда они, люди, видят и слышат вот такие композиции, то, конечно, они запомнят имя Бродской, они запомнят имя Шумиловой Вероны, имя Корбу Татьяны, имя Тарадова Александра, имя Фрумовича Самуила, имя Воловика Бориса Воловика, Якова Баста, и таких имен у нас аж 450. И вот это наша задача, и мы несем самое прекрасное в наше тяжелое
и трудное время. С вами был Самвел Фрумой. Всего вам доброго. До новых встреч.